Карапуз представляет. Сегодняшний рассказ я тебе, малыш, хочу посвятить одной новой интересной машинке. Но, чтобы не забегать наперед, начнем нашу историю. Дело было так. Однажды встретились два интересных, разносторонних, но очень дружелюбных друга и завели разговор. Здоров, Феррари! Привет, джип! Как дела? Нормально все, а ты как? Дай у меня все путем. Чем занимаешься? То тем, то тем. Ясно. Может, погоняем? Да с тобой погоняешь. Да, нету у нас с тобой ничего такого сильно общего. Общего нет. Хотелось бы друга еще такого, что не такой спортивный, как я, и не такой неуклюжий, как я, ты хотел сказать. Нет, ты в наш вездеход везде проедешь. Ну что-то между тобой и мной. То есть купе, Е-класса. Ну да, было бы хорошо. Это был бы настоящий друг, да. И что? А давай закажем. Как закажем? Давай позвоним на завод. Ну, например, на завод Мерседесов. И спросим, а нельзя ли заказать такую машину нам? Хорошо, давай позвоним. Они дозвонились. Завод? И завод им прислал интересную посылку. Ну что, дозвонился? Да, сказали, вот-вот ждите. А, интересно. Слышишь, едет машина. Слышу. Что за машина? Надо в сторону отойти, да. А вот и наш грузовик. Ух ты, ты посмотри, это же новая машина. Да, действительно новая, сгружай аккуратно. Есть. Спасибо, грузовик, пожалуйста. Вот так, дружок, у нас появилась в коллекции еще одна машинка. Да не просто машинка. Машинка-конструктор. Ну что, давай ее откроем и будем рассматривать, как и что собирать. Берем аккуратненько, открываем нашу коробочку. Вот он, наш Мерседес. Мы давно о нем мечтали. Теперь... Ага, открываем нашу коробочку. Есть. Ух ты, какого вон цвета, ты только посмотри. Золотой металлик. Вот это красота. Вот это двери, зеркала. Но ведь мы понимаем, что это только начало, это только корпус. Вот запчастей сколько. Ага, салон, днище и, конечно, подставка. Так, это мы пока все отлаживаем. Вот наша инструкция. Вау! И есть еще, конечно, у нас вот такие вот наклейки. Ну и потихоньку, не спеша, по инструкции будем собирать наш Мерседес. Открываем наши пакетики с запчастями дополнительными. У нас и отверточка, колеса, шасси, руль, сиденье, обшивка, двери, панель. А
это аккуратно надо. Тут у нас стекла. Есть. И, естественно, саморезы, чтобы крепить все остальное. Ага. Ну, начнем, наверное, со сборки салона. Вот наша последовательность. Значит, можно вставить стекло, переднее, заднее, обшивку. Ух ты, решетку. Все это надежно собрать. Хорошо. Начинаем давай со стекол. Это у нас переднее лобовое стекло. Мы его вот так вставляем. Вот. И защелкиваем. Есть. Хорошо. Надежно. Теперь заднее стекло с боковыми. Это у нас двухдверный Мерседес. А эти стекла мы должны закрепить изнутри. Так. Хорошо, нормально все держится. Вот и задние стекла стоят. Теперь открываем двери. Они у нас массивные. И смотрим, что дальше. Вот обшивки салона. С одной стороны. Ага, двери можно снять. Это будет еще удобнее. Вот так. Хорошо. И давай сразу же снимем и вторую дверь. Вот вторая обшивка. Вставляем обратно двери. Вот таким вот образом они вставляются. Переворачиваем. Вставляем. Раз. И защелкиваем. Проверяем. Вот наша обшивочка уже хорошо смотрится. И закрываем двери. Так, хорошо. Теперь можно вставить нашу торпеду. Но перед этим, я думаю, что можно вставить руль. Потом будет неудобно. Вот наш руль. Мы его берем и вот так потихонечку вставляем. Теперь мы переворачиваем наш Мерседес. Откроем двери, чтобы было легче. И вот так вот в такие пазики вставляем нашу торпеду. Вот она на месте. Ей ничего не мешает. Так, торпеда на месте. Теперь нам надо, это у нас фары, приготовить переднее сиденье. Это
это все просто, я так понял. Сначала мы вставляем сюда. Нет, наоборот. И защелкиваем. Раз. Есть. Также делаем с этой стороны. И защелкиваем. Есть. Вот наше сиденье на местах. Так, смотрим дальше. Вот у нас такая маленькая ручка для переключения скоростей. Вот мы ее сюда вот ставим. Вот. Хорошо. Теперь смотрим по инструкции. Ручку вставили. Угу. Теперь у нас осталось... Наверное, мы перед тем, как собирать полностью салон, мы ставим все наши фары. Смотрим. Пока. Вот у нас фары. Это у нас задние. А это у нас передние фары. Вот таким вот образом они вставляются. Вот так. И с этой стороны. Это... Сначала оставляем большие, которые побольше. А это такие противотуманочки. Вот мы вставили наши противотуманочки. Теперь мы вставляем нашу решетку со значком. Фирменным значком Мерседеса. Вот как он выглядит. Вот наш вперед уже и собран. Красота. Теперь переходим к задним фарам. Так. Смотрим. Вот сюда вставляем с одной стороны. Вставляем с другой стороны. Смотри, как у нас красиво выходит. Так, хорошо. Теперь мы должны соединить наш салон. Хорошо, правильно. Вот так пока он перевернут. И перед тем, как закреплять главные саморезы, мы должны поставить наши колеса. Вот их у нас 4. Тоже фирменные диска со знаком Mercedes. Одеваем резину на каждое колесо. Вот. И так мы делаем со всеми 4 колесами. Теперь мы продеваем оси и вставляем ее с другой стороны, другое колесо. Сначала нажимаем. И поправляем. Вот. Хорошо. И также с другой стороны. Раз. И два. Хорошо. Вот. И теперь просто... Вот таким вот образом. Можно сразу прикрутить салон нашей отверточкой. Чтобы он держался крепко к нашему днищу. Таким вот образом.
теперь аккуратно, когда салон уже прикручен, мы прикручиваем днище. Ну вот мы закрутили наши саморезы, и наше днище, наш салон хорошо очень держится. Проверяем колеса. Ох, красавцы. И вот такой у нас новый друг получился. Вот мы его собрали. Посмотри, какая красивая у него обивка кожаная. Салон черный. Дверцы открываются. Все видно, как в салоне. И рули, и торпеда. А какой вид спереди. А, красота. Ну что, теперь надо его немножко отполировать. Берем нашу салфеточку и тихонько натираем, чтобы не было никаких отпечатков. Чтобы наш Мерседес красавец блестел и переливался на солнце. Ну смотри, чем не красавец. А теперь пора познакомиться с друзьями. Привет, друзья! Ух ты, какой получился замечательный! Да, благодаря вам, вот я буду теперь с вами дружить. Вы как, рады? Да, не вопрос, конечно, рады. Ну, хорошо. В нашей команде прибыла, в команде друзей. Вот такую машинку мы сегодня, дружок, собрали. И теперь у нас такие вот три друга. Феррари, Мерседес и джип. Внедорожник. Ну что ж, дружок, не скучай. Всего тебе хорошего и самого наилучшего. Пока-пока. До новых встреч.